И нам нужно водить оптикс, трусы. Так. А дальше. По тачкам. Нужны люди, которые будут... Так, кто умеет летать? Плюсы ставьте. Все. Все ДДшники, ДДшники. Я лучший, блядь. Истребитель. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть человек, это три, надо еще два человека. Ну я подхожу. Ты за рулем, не? А ты присунул, нет? А, все, изорки. Короче, первые летальщики, короче, значит, лос Нелло, звездочка лос, сразу заряжаешься в катапульту, Нелло садишься как пассажир. Что потом Нелло сядешь, ну, потом в катапульту сядешь по команде, понял, да? Это шестая кнопка. Потом Кару Абуламофу, ваша метка печенька. Отец, можно музыку включить? Включаем, что, не даю что-то. Кару летит первый, Абула второй. Рембизер Суза, ваша метка трусы. Первый летит Рембизер, сразу же с полу. Суза второй, после того, как запулитесь. По команде только, запрыгайте в катапульт, строго по команде. Хрипаты, Зорки, ваша метка ромбик. Первый летит Хрипаты, второй Зорки. По катапультам. В смысле? Но. Хрипат, нажми шестерку. Хрипат, ты сразу в катапульту запрыгай. Все в катапульту? Не. Новая подборка, Невер. Блять. Еще раз. Ко мне, звездочку. Садятся Нелло, Лос. В печеньку к Неверу садятся Абула. Ой, Кару и Абула. Так, да? В трусы Рембизер Суза, в ромбик Хрипаты Зорки. Что... Хрипаты в катапульту сядь сразу. Шестерку нажми, Хрипаты. О, отлично. Все. Суза, садись. Погоди, Рембизер, погоди. Рембизер в катапульту сядь. Ну, в саму катапульту, имею в виду, на шестерку нажми, на красную кнопку. Чтобы сразу тебя запулили. Так, Дуат, к тебе сядет. Кто колчедан умеет читать? Гугуша, ты тут? Вот, Хан сядет пусть. Хан, садись на безметки, которые разрушители. Будешь читать колчеданы. Дальше, по разрушителям. Ой, по этим, по осадным машинам. Метка Черри. Эйлер, умеешь управлять? Там ничего сложного нету, там чисто под боссом стоишь и сбиваешь ему каст. Угу. Садишься в череп. И тебе садится такилка. Такилка садись в череп сейчас. Там просто стреляешь и все. Там щит навешиваешь, там увидишь скиллы, почитаешь. Там ничего сложного нету. Вот метка череп, садись в нее. Так, следующая метка череп. Кто сел в осадную машину сейчас в черепке? Плюсик. Вар, к тебе садится Гугуша. Ваша основная задача. Вы справа ловите трэш. Водитель ездит, пушка, кто у тебя сидит, Гугуша. Ты стреляешь по трэшу по правой стороне. Дальше. Еще два человека нужно. Кто не задействован, плюсы ставьте. Рокси за руль. Я не умею, думаю, что сковороде лучше. Ничего страшного. Садись за руль. Без разницы. Ковараджи. За пушку. Рокси, ваша основная задача. Вы слева ездите по левой стороне, и там будут порталы появляться. Вы просто стреляете в трэш и кайтите его. Понял, да? Все. Ну и тараном откидываешь, если он подойдет. Все, больше ничего не требуется. Просто ловите трэш. Так, еще, получается, у нас еще есть... Бафни, ты садишься за руль на осадную машину, сбиваешь также босса, бьешь и сбиваешь ему косты. Садись за руль, меткачерип. А, стоп, нет, не меткачерип, стоп. Вот.
Тебе за руль сядет. Кто еще у нас не задействован? Все, все задействовано, да? А, Дэдбич у нас АФКшит. Все туда. Все, короче, ты просто сбиваешь кассеты и бьешь босса. Все, все поняли, да? Колчедан, разбивайся сверху сейчас, пассажиры, на разрушителях. За два стана мы должны убить босса. Два коста. То есть, объясняю для разрушителей, рембизер ты сами не убивал. То есть, что мы делаем? Мы сначала запуливаем вас к боссу. Вот, вы убиваете пушки, запомните свои метки, потом вы разбиваете пушки и, и бегите сразу в свою метку. И вы будете пока находиться на улице. По команде, пассажиры, которые остались в разрушителях, вы по команде нажимаете на шестерку, это сесть к катапульту, и по команде только запускаем людей в босса, чтобы потом не проебаться. Все. И, а вы, и те, кто на улице, садитесь сразу в катапульты, ой, эти вот, в машинки, и тягайте клочеданы. Вот, и вот так вот меняетесь. Поняли, да? Все, давайте, что на пол. Дэдбич, так, АФКшит, все, запускайте танки в насадных машинках. Запускаем людей. Поехали, дамажим босса. Всех запустили, нормально? Ну, Рейнбизер благополучно остался. Запустите, кто Рейнбизер... сядьте в пушку быстрее, ой, в катапульту запустите, Рембизер, беги свои метки. Чумера, скорость дай, пожалуйста. Колчедана рядом нет. Я вижу, нормально. Настагать главное. Тяни колчедан. Бьем. По меточкам, по меточкам. Сверху сбей. Он там. Готовьтесь. Обновили клочеданы, сели в катапульты. И запускаем людей, запускаем людей. Быстрее, садись быстрее. Обновляйте клочеданы, алё, бля, чё у нас только два стака? Блядь, кабула, тормоз. Ловите трэш, танки трэш ловим. Клочеданы, тяни там, вот у меня лосс. Вон сверху, тяни. Боссом. Все, последний стан, и босс убирает. Только не заморозьтесь, блядь, нахуй. Угу. Хорош. Косты сбивайте. Кто на катапульте, на осадных машинах, идите, косты сейчас босса будете сбивать. Сели в катапульты, сели в катапульты. Сели в катапульты быстрее. Алло, запускаем людей. Нет. Кто там лосся, ты в шестерку нажми, блядь. Садись. Прошучек, подведь куда-то. Кас бейте боссу. Не. Блядь. Назад давай. Бейте босса, добивайте. Все, босса можете не прыгать, просто сядьте по машинкам и все, и это самое. Сядь ко мне сразу, потом лосс, и тягай клочеданы. Клочеданы, тягай. Все, добивайте босса. Притяни еще! На, блядь, не дотягивалось. На, блядь, ешь там. Все, отлично. Поехали дальше. Мысли. Ой. Давай я сверки отдам. Так, все, отдай мне, да. О, шея, кайф. Кстати, может, реально команда нужна. Ну что, по очереди всех пойдем, да? Сейчас мы Игниса пропустим, мне нужно будет Остокрылая. Я тебя не вижу. Это справа он будет. Поднимите рейд. Сейчас там три штуки. А Валамир собираем или так, если получится? Ну, собираем, конечно. А, порошочка, да, собираем. Кройте. Слушай, да может на группу пути пойдем, ну нахуй оно нужно. Дальше да, стоять. Нормально, в шкаф ставьте, просто меня сумаете. Все, идите все к боссу туда. К Игнису. Ой, не к Игнису, а Стокрылая сейчас. Так он сролил. Лос 37. У тебя есть инчарка, да? Инчант. Бьер, шаман, шаман, тебе нужна шея-то? На успех рольте, кому надо. Крафтовый будет меня... лучше будет. У меня предложение, Бьер. Давай пойдем на групп луте. Просто все там, кому что-то нужно, даже на успех, нажимают нит. Если кому-то мейн отдадим, типа, ну просто время тратим.
Так, это же и надо кому? Если взять гуш там на сову. Ну там, может, боешкой будет, и кому-то одному на бисбиру будет скидывать. Взял бы домой, значит, чего ты эту берешь кончить. Все, гон на босс. Да ты его забери. Слышишь, Бьерн? Слышу. Крафтовая сульды 226 будет лучше шея. Ой, это пояс. Что там с крафта дает? Две дырки там дает. Одну пряжку ставишь, и у тебя три дырки в поясе. Какие статы? И херачишь. Статы обычные, танковские, защита, парирование, уклонение. Текила там перепутал шею, поменять с гугушей. Просто вот у меня такая вот, у меня такой пояс. Я не помню, как этот заебись пояс. Ну, я у меня даже не буду. Подожди, а какой там с этого? С Игнисов падает. Сейчас, Линкану. Со строкрылой хуйня падает, там ни одной дырки нет. Все, пошли тогда, скипаем его. Пристопав лапку, дайте. Скипаем босса, идем на робота. Тебе на этом не нужно, на жмыхе? Рыбу поставили, поешьте рыбку. Я бы там поставлю рыбу, поехали. А, ну да, там пояс. В принципе, слушай, там показатели. Ну да, ни одной дырки нету. Да. Хуйня, там ни одной дырки. Да. Ну, у меня лучше пояс, кстати, будет. Спасибо за квест. Принимайте квест. Сейчас будет засчитать вам. Ренджу, возьмите все кастеры сейчас. Вас не везет. Да, квест. А вот этот, который у тебя ты линканул, это откуда? Это с РБК, я его выдал. А, это с этого, с узилища. Это топовый. Да, я шарник квест. Кажись, он лучше крафта. Только у меня 25 был. Я шарник. Не, я не могу, у меня забагалось. Ну, все, конечно, лучше. Я подниму. Там блок даже есть. Самого. Хорошо, Адам. Так, а что ты не уролил шею? Ты вы поменялись с шеями там, гугуша с такилкой? Бьерн, мое предложение все в стиле. Пойти на группу и не бай голову. И меняться в нужное хорошо, время. Возьми. Ну, типа, ну, зачем это все трата времени? Да, ну че, вы не можете в мире зайти, что ли? В мире или Гранжу возьмите? Как оно? Песни типашек ставлю рыбу. Так, я в соло танчу. Нер, разрываешь эти самые, окей, бомбы. А чё ты один? Да, хорошо. А чё мне, зачем два танка? Т4 не будешь развивать? А, блядь, чё ты. Ну так в хэмке будем бить. Хэмки, Бьерн, так у меня только танк аспект, я тоже в танке. Ну тогда положишь бомботы туда. Гер. Так, что там? Где баф не плюс там бегает? Давай быстрее. Так, что-то нужно было мне с дебла сделать? Рыбу. Все, да? Тебе ничего не надо было и делать. Забафайте мага быстрее, хавай рыбу и поехал. Текилки нету еще. Где текилка? Шкаф поставьте. Сум дайте. Дайте столик. Так, запомните, метку черепа выносим на хвистрейда подальше, метку крест под правую лапку босса, милики дамажьте под левой лапкой. Пристабав, дайте. Пристабав, пожалуйста. Присты. Все готовы, поехали. Кто будет топ ДПС, получит 500 голды. А что я должен ставку зорки выше среда? Чё ты ставку решил понизить? Раньше тебе больше было. Бля, я тренку не сменял. Это кто-то чё тут дома? Далеко не уходил. Локи, скиньте раскол. Всё, бейте это, вот, фигню эту. Вар, ты сейчас на положишь бумботов, если что-либо тратишь. Чё, без Гера? Да, конечно.
Геру на экзекутке дадим, я скажу, когда. Вон боты летят, иди лови. Вот он отделился, видишь? Куда его. Вон там тромбовщик идет сюда, вот поставь его, пожалуйста. Взорвет просто. Дайте на пул на меня, пожалуйста. Все, дамажим боссом. Напоминаю, метку крестик под правую лапку несите туда, ближе. Метку черепа дальше ответа. Мубота лови. Эллер, метку крестик под правую лапку. Боссом. Все, хиль. Захиливайте главный крест. Искру свич. Вот дефюри выбрал среда. В искру сыграли быстрее, пока не ебнул у нас. Метку черепа ставь. Все, боссом. Хант, под правую лапку станьте. Под правую лапку. Либо под левую, похер. Только не вред, блядь, не неси. Прохил дали, приеду. Скорчело, блядь. Нормально умер. Сука, вам, блядь, метки не видели, что, блин. На мне меточка есть, что. Прохилайте рейд. Максимально доверно ставите. Сейчас я поставлю ногу. Не то мимо, ближе к боссу. В 1 на 3 ауру отдай. Далеко не ставь так. Искру свечу. Прохил приеду. Благодарю. Череп захильте, главное. Лос зеленку отдашь, когда будешь. Вы... Все, выходи, служи быстрее. Рано зеленку отдай. Вы умрете. Свет. Далеко не уходи с рейда. Мирики, блядь, станьте, говорю, станьте под левую лапку дамажьте. Под правую носите метки. Спокойно будете дамажить и уходить никуда не надо. Череп с рейда. Искру свечу. Во, это неутомимый Индер, дай. Дайте Геру. Так будет сейчас. Прохидывайте рейс. Прохилка среда. Искру залезь быстрее в рейзе. Искру. Рембизер среда вышел. Искру залили быстрее, блядь. Там увешка дает большую. Вот ты что, заталнчил? А, все, неутомимая. Ближе к рейду. Кару, дай мне Иннер, порошочек. Кару, Иннер похапало. Неутомимо я с бомбой вышел. Неутомимо захилить, неутомимо, дайте во все зубы. Прохиливайте рейд. Рейд по хп поднять. Дальше, подальше. Хилим. Блять, это что-то значит нет урдру в рейде, блять. Залили искру. Это мимо я вышел, вижу. Сузак, ближе к мелизоне. Да, мы маш. Блять, кто с крестом стоит в мелизоне? Да не в мелизоне, а. Да сука, блять, Суза, блять. Ну че вы нахуй, блять, контент не знаете или что, блять, чтоб родину. Да, сейчас? Добили быстрее. Привет, череп вышел с рейда. Добивайся так, по-моему. Нелло вышел. Ближе к миликам, но не впритык. Не впритык, блядь. Прохиливайте Нелло. Все, задамажили. Вы берегитесь. Искру залезь. Умрете. Все. Так, собрание скипаем. Идем сразу на квадрону. Спасибо. Я не поменял луж, что ли? Нет, раньше не поменял. На уголовно идем, нет? Не, нахуя. Надо кому? Жезл с меткостью. Тотем. Волонир порошочек. Запы бы взял на ядро. Запы на мейн спектре тулки пойдет, наверное, хули приста. Ролл. Хорошая, кстати, запястье. Роль тебя, кому надо, на мейнспек. Идем дальше. Килограмм.
Портуйтесь, портал. Гуляй, поехали. Поехали. У нас же еще один двор есть. Я забываю про меня. Ну какой-то. Огромный девайс. Вы умрете. Дэдбич пришел, нет? Да, он здесь. Ну да, бьет. Сейчас сразу на Калагарну. Да, да, Калагран. А этого робота вы не собираете, да, мусора, я так понял? Кого? С робота. То валяются, там шмотки еще валяются. Везок с тобой был? А никому не надо там. Понятно, ну там разобрать. А Везок с тобой убить, да? Везок с... Да, 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 я бы Тринку бы на мага поролил. Ушел. Ну, до сих пор не знаю. Ёк получается тоже. Ну чё вы не выходите? Выходите с этой хуйни, кстати. Рунической, с красной меточкой. Я бы на Элема порулил. А у нас, кстати, ни Элема нету, ни совы. У нас РД-зона вообще сосёт. Есть у кого демон? Как это совы нету? Ну, Элема, Элема у нас, Элема нужен для СПД. Да. Элем для СПД. Демона нет. Забери вар. Ага. Все, давайте дамажим, увешим. Все. Оглушения всякие. Приоритет большого, поиграйте. Так, хил приеду, да? Мелких сюда подводите к мили-зоне, а не катите их там. На пул ломался, да? КД. Катилась сейчас. Блять. Ты умер? Не, за него время прыгнуло. Так а чё ты тогда психуешь? Погода сразу. Так, мне этот босс нужен, блядь. Тьфу, чтобы это самое упало. Ну, только не забудь поменять. Я поменял уже, не? Триню я бы забрал. Какая осколок с роли сначала? Осколок с роли только... Так, ребята, осколок ролит только порошочек. Видите, осколок там такой оранжевый. Никто не с роли. Кто получит осколок за ролит, я минус... Я ГП дам. Так. Много. Очень много. 300. Так, а пугов тоже дашь ГП? У нас пугов нету. На всякий детский мах, он слизейский только он этим. Так, на меня бедилку не вешай, вар, не надо. Так, ДБМ пул. Тактики, держим ринджу, от луча убегаем, если у вас луч... Все. Ничего отбить не надо. А булы еще не хватает, хрипаты. Хрипатого сумму, киньте в шкаф быстрее. А кто у нас мейн танк? Серебьерн, только не чаржится. Я. Да? Чего не чаржится? Не в босса не чаржится только. Чего? Ну ты улетишь я вниз. Ману, подождите, бля, дайте ману отбить. Где хрипаты, блядь? Тыкните, Бьерн, чего я? Ты что же так еще в шкаф зашел? Он пошел самогон снимать, он написал. Что он сказал? У него там что-то самогон он снимать пошел, что-то такое. Yes. Ладно, самогон. Начина... Да, ну пул. Хрипаты, так, АФК, ладно, поехали. Геро. А, нет, Геро, когда у нас? Ренжу возьмите, кастер, не стоит скучно. Прохил поеду.
Луч. Сейчас будет. Хватать будет. Ой, блядь, милики, отождите немножко. Ну, Рокси, отождите правее немножко. В руку сыграли быстрее в левую. Правую, то есть, наша. Ну, называется правая. Быстрее руку бейте, блядь. Все, отпустил, босса бьем. Туловище бьем. Луч аккуратно. В дефюре дай БРП Рокси. А он не достанет, я выполнился. Нет, не супал вообще. Да, я гасился. В руку сыграли. Метку череп, залейте быстро. Пошел преда. Ничего не стоим, аккуратно, двигайтесь в случае. Босса играем. Босса. Луч. Сколько там рука снимает? 15% у босса, да? Угу. Да. 7 надо, чтобы у босса было. Уже можно играть. Нет, еще пока рано. Сейчас руку схватит и будем по рукам играть. Да по одному уже получается. Луч. По рукам сыграем. Бьем только руки сейчас. Раньше его дал. По рукам, только руки бьем. Потом босс. Ну, потом уже босс упадет. Левую руку бейте. Да там 700 какой-то осталось. Давайте. Трапу киньте там, не знаю. Да, не. Да, поднимите парши. Тринка. Какая тринка? Шея, блядь. Сука. Все, приебался босс, блядь. Естественно. Минус ИВК, КД следующий. Ну, зато начишь. Сейчас. Шея, кстати, тоже с дыркой. Куда дальше делать? А шея с дыркой у меня есть, которая сейчас на меня висит. Кому что нужно, не дайте. Если даже на успех нужно, не дайте. Потом кому-то на мейнспект, чтобы бить. Просто характеристика рейтинга, она взаимозаменяема с другими тарированием, уклонением. А блока... А блока ты больше сейчас тебе на мейнспек она нужна, не сомневаюсь. Киньте мне ее. Я потом продам. Можно, короче, пароль, кто проебет с моим составом, покупает Бьерну, ну там, что надо. Че? Давайте. Мобов можно купить. Мобов пароль, кто просрет, покупает Бьерну, там, что ему надо. Для он купил, да? Так, успеем мы добить до появления босса? Вот этот босс мне тоже нужен, падает это самое. Ну еще так. Мы успеем следующего добить. Перед Таримом. Так, сейчас еще раз чекну, что мне нужно. Так, почти сразу к Тариму вторых побьем. Встречный десант, у которого больше КП. То оптикс, это тебе серьезно не нужны? Типа, как бы это, во-первых, это боешка. Ну вот. Куда идем? Пойдемте это еще вот у Тарима убьем трэш, пока кошка возвращается. Сюда, давайте быстрее стакайтесь. Быстрее. Ну там я уже на вот. Направо повернулись. Находи. Ладно, пойдемте большого убьем. Нас наебали, ребят, расходимся. Дайте ему корни. Че он прыгает? Сова неопытная просто. А, я понял, извини. Опа, поешка 12 тысяч стоит. Все, так, ждем босса. Он где-то уже. Назад, возвращайтесь назад все. Давайте все назад. Че, кошку убили? Да, кошку, там крудак падает с блоками. Да ты не поймать или сам поймаешь? Сам поймаю. Ну, ты поставь ловушку. Да. Все в звездочку стакнулись, никто не стоит там на улице. Бафайтесь и так далее. Вар, не вешай на меня бдительность, пожалуйста. МТ-шу, на МТ никогда не вешай. Под кошками не умри там только. А, каску, кулак по ханту дайте, который по центру стоит. Давайте, бафайте. Да, спасибо. Крипаты, сходу бомжей дашь. Интеллект вы и приставай, пожалуйста. Спасибо, респект тебе,
крутой приз. Кошка? Кинул трапу, все. Это вот сейчас им придет. Я не знал, что у Кару есть друид. Все, берем, лови. Там труселяндрус идут. Все, спрятались все быстрее, спрятались. Пожалуйста, не забудь. Оптикс. Куда вы выливаете? Подождите, блядь, на пол. Заливайте мелких. Вымашивай. Мелких залили. Еру. Мелких сначала бейте, потом босса. Дайте на меня на пол еще раз. Здравствуйте. КД. Берегитесь. Кас, бейте. Да, я забыл, что его надо танчить по лицом. Научись себя хоть за трютом следить своим. Идем, босс. Друзья защитника. На пол обновись. Защитника бьем. Берегитесь. Готовьтесь перебежать. Да. Убегаем отсюда. Убегаем. Ты там уже. Сюда слакаемся. Отлично, да? Кстати, почему Сири не может использовать напол, непонятно. Сири? Он умер. Было бы очень удобно. После руды можно вик десяточку сходить. У Дашки пофармить, что хочет. Я на соло пойду. Какой ИП, блядь? Ты на войне пойдешь? А десятку не бог и вака добивать. Так, маба, сич, дал ему стан пока. Ближе к боссу стан. Ой, живи, блядь. Стань ты поближе. Сейчас готовься, будем выбегать. Убегаем. Подъебало. Все. Чук. Ага. Все, добивайте. Давай второй осколочек и дальше. О, перчатки. Сука. О, такие каниды и меч на хули приста. Мечи не носят присты. Мечи не носят присты, да. Ну, присты не носят мечи. Присты, да. Присты не носят мечей еще. Щит с мечи десятки. Не носят присты. Щит с десятки выбьешь вот с Хадира. С двумя дырками он топовый будет. Че, еще в десятку пойдем? Ёбок. Да, и там пристам выбьем. А чарку не дайте, все не дайте, что вам надо, не дайте. Руническую сферу потом мне скинете. На продажу все идет. Ахуй не нужны, они сейчас не продаются, это шар. В смысле не продаются? 300 голды стоит, сколько там? О, ума. 200. Дербич, ты на втором месте. Бля, зорки нахуй, толстожопая хуйня-то, блядь. Ебать-то агрессивно, бля. Вот чего-чего. Официально толстожопая хуйня гильдии. Такого от тебя не ожидал. Это Элем зацепил, это не я. Это ты зацепил, да, блядь. Это Элем. Обвалишь, если галерея. Ребят, угорает, что ли, ну. Так, Эльнай... Так, Шиман, тебе нужен щит Стори Махэмовски с дыркой? Да, нужен. Нужен, у него будем... дырка. Да ему легче с ИК забрать, ИК и ВК. Мне кажется, пока мы тут, проще тут выбить, они там ничем не делают. Ну, не сказал бы. Там, блядь, лучше сейчас. Что-то не так, что мне не то, что... Нужно здесь выбить, если есть возможность. А на нем щит, он откуда падает? Щит в сторону падает. У него, у шамана щит, он откуда у него? Это с этого, блядь. С РБК? Да. А с какого босса? Не помню. С этого, с узилища. Ниже топлива. Ниже топлива.
вроде чем-то надо заходить. Ну то у меня вообще левая рука, блядь. На ком? На Иршане. Бля, какие плечи. Забираю на трансмог. На трансмог. Так, шкаф ставим сейчас у меня. Блядь, обойдите в этот сугроб, обходите сугробы все, блядь. Да они не пошли уже. По левой стороне уже идите, просто вплотную прижавшись. Я трап оставлю, проходите. Давай, камикадзе. Блядь, как вы заебали, блядь, тупить, пацаны. Да крабы. Я хочу по-быстрому пойти. Тянем время. Просто. За малейший косяк давай ГП. Не, уже жестко так не буду. Все-таки помогайте, ужас. Блядь. Хотя, в смысле помогайте, это вы делаете исключительно ради гильдии прогресса, чтобы мы убили ВК, чтобы я шмотки поутал. Погоним, получается. Ну как погоним? Да тут на самом деле больше дела в этих... принципах. В дырках в шмотках. Брат за брат. За... Ну, и честно тебе скажу, я щит, наверное, не буду брать, потому что я посчитал, у меня я больше потеряю в щите показатели, чем выиграю. Там еще блок у меня есть. Ставлю рыбу. Я не знаю, как это вара, блядь, но мне кажется, вару сложнее всех собрать. Палу проще из-за монастыря. Ну, я уже, у меня уже 4300. Стань этим орком, и все, и будет еще проще. И если грудак выбью сейчас с этого отсюда, то ну, будет еще будет вообще хуже. У него тоже блок 10%. И дворфом его уже сать надо будет, наверное. Обычный. Ну если ты расу будешь менять и в голову вставлять 5% блока. И вставал камень. А, Гера не туда. Ска. Метасокет. Я хочу ачивку здесь сделать. Какая-то ачивка делать. Сейчас, секунду. Надо было Бьерн мне давно сказать, я бы, может быть, это Расмуса бы зарядил блок. Да, надо было. Слышите, ребята, давайте. Вы с умнете мне дрыща? Попросил шкаф, блядь, Локи. Давайте вот эту ачивку делать. Еще не просил ты. Я говорил, блядь, с умнете дрыща. Да, я тут же не слышал тебя. Он говорил. Значит, уши почистите. Ну ты лагаешь практически. Ну вы видели ачивки, какую делаем? Мы делаем ачивку похолодания. А, нельзя допустить больше двух стаков, то есть двигаться нон-стопом нужно. Все, поехали. Короче, по тактике. Короче, тут, когда вы стоите, много стоите, у вас стакивается. Настакивается хуйня. Надо просто попрыгать вместе и стакивать. Двигайтесь без остановки, короче. Мне кажется, тут все знают. Мне вообще типа двигайтесь без остановки, ачивку нужно сделать. На пул дайте меня. Да, еще не бьем босса. Глыбы бейте, еще глыбы живут так долго. Я же перезаю, да. Первый раз будет. Так, где там появился этот самый, как его? О, вижу костер. Становитесь лучики, кастеры, домашние боссы. Хант, надо дашь на пул под меня. Это самое. Все. Вот. Огонек, Максатл. Сосу запрыжми для копии. Герла пока не сдаем. Все, давайте максимально быстрее. Под наполом все дела. Ебать, такое слабый. Следующий раз за там что, если что. Вышли из больших кругов. Хил приеду, да. Кто же заплакал? Будет у нас рудак или нет? Сука. Я вообще на месте стоял. Осколок остановили, осколок, никто не осколок. О, отлично. Грудак варварский тоже никто не дает. Так, щит. Боешный. Я заберу. Никто не дает. Сферу тоже отказывается. Щит занидал еще одна. На трансмог, да, нормально, кстати. Второй сундук тоже открой. А кто этот? Кто накосячил, не пойму. Что, двигаться не можете, просто бегать нон-стопом. А что делать надо? Я стоял просто на месте. А что упало 239? Да. А, вижу. Ну, вот все на разрыве говорили, забери. Значит, не больше двух стаков, все. Сечь. На мне штук 7. Варка мне обмен кидай. И что? Я бы лучше дамажил тогда. Да это за лупы без хоста. Пошли Фрея убьем сейчас тогда. Тем более там на Т9 идет на льду.
Мимирон ХМ кому надо? Вообще. Никому не надо. По шмоту. Именно не зачивками, а именно по шмоту. Ты себе плащик оттуда возьми. Там статы хорошие. С Мимирон ХМ? Да, там 70 защиты и дырка. Блять, у меня есть плащик с РБК тоже, именно с лестничным блокированием. А дырка у него есть? Нету. Ну, блять, я если я забьюсь фул в рейтинг, рейтинг это рейтинг. Всего лишь, понимаешь, один из трех статов, а защита все три апает. Она больше, чем 30 рейтинга сделает. Ну, она мало дает. Она апает больше, чем 30 или 40 рейтинга. И плюс дырка. А дырка это 92 показателя. Еще раз говорю, по защите больше, дает очень больше хп играете? Чего вы играете в лох хп, что? Добили быстрее. Я на пале посчитал, мне 11 камней в показатель надо. Че, да о чем мы этот Торима уже пошли по дороге? Какая разница, кого идти? Да, потом Торима в конце. Понял. Сейчас я гляну, что с Фрей падает, интересно. Так, он и Бизер рассвет отвалился. Заебал, он и Бизер, бля, постоянно уфойцы в это время. Бля. Тут постоянно уже. Каждый РТ, блядь. Так, здесь есть... Отведите этого мба. Все сделано. Не так, бейте пока, дайте. Перчатки с двумя дырками. Да. 239, сейчас я посчитаю. Напылился? Третью дырку ставить будет, три дырки. Нормально, здесь перчатки хорошие падают. Ну, грудак уже забрал, уже легче будет. А где, у кого грудак варварский, блядь? Алло. Вар, может, забрал. У Жуцу. Только Жуцу. Скары, по-моему, лучше будет, там 3 дырки. Это грудак? Нет, спячь. Так, босса только не спутся аккуратно. Гугуш, а, не, стоп, не Гугуша. Конкундранза какой-то. Блядь, смотри, чёрт будет ходить в эту ебаную льду, блядь. На двух боссов. На одного, то есть. Ну, до килограмма, короче. А нам больше, как-то... ну, дальше идти имеет смысл? Может, все, репешка, и все, да, да? Можно Везерс убить. Ради трини, и все. Ну, и йогу там уже ради... А чего-то. Кому-то нужна триня? Не, могу. На твина? Да. Зато же на лима. Не, ну, магом я, если я возьму шоу в танк, я буду магом тушить. Ой, ну, мейт. Ковараги нужна триника. Ну, вот. Ну, Ковараги, ну, блядь, СПДш на тринька приведет. У него там... Ну, да, что такое? С генерала меч забрать. А, там еще меч кому-то нужен, да. Наберут и побили, бля. Как же мне не нравится, Сурф, когда уже Т-10 выйдет. Чебурак, БММа. Хуйню это не заниматься, блядь. Какой за хантер? А чё, тебе токены не достались? Да бегать это, блядь, трапдэнсить, блядь, какие-то. Так у нас два пала, то распределите по бафам сами. Ты напиши, кто сролил Гугуша. Кто токены друидовские сролил, Гугуши дайте. Если вам не надо, конечно. Ну, один... Так, тебе ещё второй еще нужен? А тебе один и нужен. Я не знаю, сколько ему надо. Просто, ну, я вижу... Блядь, на истории мы, кстати, хэм мы вряд ли убьем, у нас очень-очень много мини-зоны, очень много прям. Да, у нас очень много в РДД-зоне ДПСа. Сколько мини? В крайнем случае можно людей загнать. Ну нахуй нам, типа, вообще нужен Торим хэм, объясните. Гугуша, тебе грудак нужен? Щит шамана. А щит шамана... Так, типа, островной пижа. Ну, остров Альфа, аккуратно дерево не ягрить аккуратно. Но с ВК здесь лучше будет. Смотрите аккуратно, Фрей ходит. Блять, она с кикбурга ходит начала. Вон стоит, блять. Она здесь стоит, ее поставили, видимо, этот, как она должна по дефолту стоять. Блять. Она же здесь стоит. Да. Ладно, глянь, что я за печенькой. А чё, вы всё решили загреть? Неплохо, неплохо. Забаньте тогда этот. Забаньте цветок. Цветок забаньте. Да, ты внутрь. Куда ты отходишь? Оставь здесь. Приведите мелко сюда, к Бьорну. Катя пингует. Ну, тоже залить. Нормально, разделяем тебя в лагере. Сейчас еще цветы придут, походу. Отойди еще назад, Бьорн. Зачем? Поеду.
Я не буду поворачивать там душу. Точек убейте. Я думаю, что цветки к нам идут нормально. Да, там куда?